смотри, они уже, смотри, начали уже. Семейные соревнования, спортивные мастер-классы и розыгрыши. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели день физкультурника. Каждый нашел занятие по душе. Кто хочет более активно, они могут, например, пробежаться с тренером, поставить технику бега. Можно на лыжероллерах пробежать дистанцию. Также поучаствовать в мастер-классах по самообороне с чемпионкой мира по ММА. Семья Казаковых активно занимается спортом не только по будням, но и по выходным. С собой они всегда берут своего питомца. Он тоже готовится к соревнованиям для собак. Сейчас с удовольствием бегаем зарядки, купаемся в городских прудах, катаемся на лыжероллерах, на роликовых коньках. В этот день отметили успехи и старания одинцовских спортсменов. Их наградили благодарственными письмами главы округа Андрея Иванова. За спортивные достижения у нас, в принципе, наверное, сложно выбрать за что, потому что мы руководим, в общем-то, довольно мощной, это школа акробатики Гургенидзе. У нас огромное количество спортсменов. Они, в принципе, практически все призеры, победители чемпионатов России, первенства России, международных турниров. Поэтому я не знаю, за что конкретно выбрали, но за что-то из этих достижений. В спортивном празднике на Лазутинке приняли участие более 1000 человек. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».